destroy it before it seeps deep into the soil and corrupts all of Pandaria. Thank you.
кто куда разбегается, метки я поставил. Привет. Лер, поменяемся метками. Я слышал историю про Афлика в красную метку. Это херово кончалось. Думаешь, не очень вообще? Она не добегает туда. Ему тупо не хватает ему спина. Так, тогда у нас баллон туда летать будет. Ну или Вара, или Рога в дальней метке сюда бегали. Ну, соответственно, нет смысла менять. Баллон будет туда через ворота летать. Лер, потрексуешь? А столик можете поставить, пожалуйста? И почту, и Лер, это ты про кого? Тут таких нет. Впервые слышу о чем-то. Столик. Гера на второй фазе не спала. Ну, я первый тотем. Да, я первый тотем, ты второй. Да, ты первый тотем спала, а я под Геру дам. И Геру я тоже дам. Да и отчет. Перед протектором сделаешь потом на 30. Стараюсь. Припод выпили. Погнали. Варкрик на ХПД. Блэрлоку. Дайте Блэрлоку. Там красная чума буду ездить сейчас. Варклик на ХП и свои цели. Магдагеру локу. Кстати. Никит залил на ману.
все время нажмите параметры и крит. На следующем разлете как капельки землица сосовать там будет 4. Свой прочитай, читай. Я, конечно, привычно без горелки делаю. Ты кое вешаешь, проедут у меня. Кое. Ты повешаешь или мне? Ну, проклятие хи. А я понял. Я думаю, без разницы. Ну, хотя давай я буду вешать. Окей. Лер, бурстовые триксы дома сама повесишь без анонса, дальше я про анонс. Макрос написал на отчет. Чего? Говорю, Макрос на отчет я написал. На 30 секунд. Только он не работает. ДБМ. Ну, блядь, давай я просто дам на 30 секунд. Вроде нормально слышу ДБМ. Че, секунду. Че, готов. Че там по кастам распределили, чтобы закрывали? Да, по кастам у нас первый рога будет, второй вар, третий отличный день, четвертый маг, пятый ДК. Запись кастов вроде как должно убить. ДБМ четвертый. Там план не изменился, а также рука. Да, ассиста. Ассиста? Там отчет просто у меня не идет. Ладно, похоже так. А, если что, блин, Цезарь, тут почти все ауешься просто. Ну, соответственно, перефазы фокусятся. Да, про перефазы я год не знал. Герб я дам.
Все. Дайте мне РПК. Сейчас хэк, да? Только хэк. Не знаете вообще, нет. Видел. Капец, у нас быстро все ложится. Это не я. Наглуп мне вообще все. Пять бы встречал. Ради какой нахуй рекорд? Тут и близко им не пахнет. Я помню, у тебя 2-300 тут было, по-моему. Ну почти. 2-270. Два раза. Правда, один раз вовремя. Ну, то есть один сплыла и два в течение боя. Пока бы здесь ушел. Все равно не написал, что не зашел. Надо поясниться. Первая группа Лок, Элен, Прист и Булка, потом все остальные. Есть у кого-то права свапнуть, что этот сервак на ОДС? Там, короче, ПКМ, обзор, и там регион сервера. Если у тебя не сервер светится, Western Europe изменить, то ты можешь. Там пока что именно сейчас сервак балуется время-время, почему? Так, обзор нашел. Под иконочку. Ну, ладно. Может, как лагает еще.
могу дать мороженку. Хочешь? Блядь, Си уже бежит. С голодный, блядь. Сейчас он договорит, запустим. Там вроде уже. Первую группу разбегитесь, как он назвал. Робо, давай вместо совы. Сова что-то стормозила. Второй Брэд сверху выходит. Заводишь тебе это все. Сферы подберите, сферы подберите. Ушли. Молодцы, сфер никто не подбирает. Три сферы. Но если вы увидите адов, готовьте сферу подбирать. Денис и Никита, вы будете подбирать сферы. Чё-чё? Я говорю, Денис и Никита, вы будете тогда подбирать сферы, как после того, как почистились. Короче, Никита, я в Дестрика прыгнул. Погрипаш чисто по анонсу, ушел медведя. И... Ну, то есть раньше просто не страгивать. Есть парочку фолиантов. Монород, наверное, возьму. Ну, все. Тоже дали никто. Запускай. Стяжку.
отлично этим детям берешь. Все почистились. Рыбка. Речь, по-моему, сыграет, там стака уже под нами. Блин, пожмите чуть-чуть. Ну, это же такая же история. Из больших мобов выпадают сферы, которых надо подбирать. Они тикают, а я дамажем пока нет. Никто не забрал. Красный, приведите. Ну, сколько? Следующий нам что-то. Я тут 75 стою, какие-то ксы. Закопки мило. Я от души сейчас закинул 3 экзекута, конечно, мелкого, но... Да чё такого не стало. Очень нужен налог. На распыл ролите, я не помню, что вы делаете. Аллах Акбар. А когда доктор сбрасывается? Завтра. Плюсы вижу, пригласить не могу. Плюсы не в мир.
ты третьего решил. Ник, это работает в случае, если у тебя, блядь, триник вообще нету. Когда у тебя каждый триник по 15 полных сил, да, это неинтересно. А чё ты сказал, типа, ты третьего решил, ты про чёрта? Не, я про Серёгу. А сначала за лок, а потом за пристать, причём за вар. Потом ещё на кого-нибудь зайдёт. Взял у нас маг и лем. Лок. Остальные все не... Начинаем с фиолетовой. Сова тоже зеленая. Пора не продайте. Да, не вахнул. Только встаньте в одну метку, чтобы баф не проебать. Да как фиолетовый, дойдем. Сейчас я для начала в игру только зайду. Давай, чё-то. Только, плиз, не играйте по первым мобам. Оставьте их. На... Ну, то есть комбасты и бэша не нажимаете в мобов, во-первых. Ну, вообще бэша нету. Герой я дам. А бэша это? Вихрь клинков. Припутай. Учиняет фиолетовый. Серега, я здесь за тебя сейчас же баф не получу. Ёбаный рот. Да. Разбежались. Мага без комбаста. По тюрьмам, быстрее. Я с помощью куда вылез. Гениально. Разломно. Да, не вижу тебя в зоне видимости. Триксы. Тюрьму. Быстрее, быстрее тюрьму. Лера, вы шрам, бро. Залезла. Ради, пойдите спальню. Чёрный.
маг, если я все-таки просят с пула не трогать первый трэш, то это делать не просто так. Чтобы ты забил хуй и просто закинул свой комбат. Сорян, не услышал. Руся, даже это вообще было просить. Знаешь. Не вижу, где ты креснулся. Он, по-моему, просто в тюрьме в комнату путешествует. Да, меня типа кидает в тюрьму и кидает следом в комнату. Выходная, типа. Так причем, понимаешь, тюрьму успевают открыть, я начинаю двигаться, и меня просто убивает, типа. Вообще, кстати, я там пересмотрел видосы по этому поводу, там, короче, у нас дилей неправильный между спилами. Там на таймеры, возможно, пересчитаю, что там по таймерам, напишу что-нибудь. Репорт. Да. А там действительно секунд 15 задержка должна быть. Потом скажу точно. Тут смотрю, кораблей стало больше. Забей. Ого. Что, драконов-то починили на голографике? Нет. Только то, что теперь, короче, изменилось с того момента, как я не был, что рубак один спускается с башни пиздить гнома, и то, что по голокрасу теперь с пушки надо целиться. Некоторые индивиды умудряются промахнуть. Паша. На башню у нас пойдет сова, вар и элен. Не, лучше прист. Еще раз, вар идет, да? Вар, сова и прист. Блять, Серега в этом рейде отвечаю, на всех стульях решил посидеть. Ну нафиг же делать подушку осталось. Романа забрала, зацепили. Ну, Крейду, подбеги на комман. Никто на самом деле остальные пушки? А, ты уже. Вы много рик? Дальше не идите, трэш, там уже пушки убиты. Мы же вернулись. Просто в инвизе протыкали? Нет, с одной пушки можно и другие застрелить. Тут мешок, давай тоже заберем, он иногда точно цепляется. Трэш вот это? Да. В смысле, наша ламина. Да. Я иногда с собой бегал, и он не плачется бегать этот трэш. Каким хуем? Не знаю. В принципе, не особо вдупляю, зачем все бегают по дальней стороне, ну, то есть со стороны порта этого. Если действительно быстрее, ближе, через второй подъем. Привычка. Ради баш на лапу. Запускать? Сейчас арчу дам. Сейчас я минуту подойду. Ну запускайте, подойду. Блять. Некот, верни Ярика обратно. На вышке кто хилит? Никто. К
кости, пусть просто ставит лужу снизу, идет похилит там, у этого вара таргетно. Он, короче, за... Ну, Ярик идет домой. Слава, встань сразу там, где пристолок сейчас стоят. Some of you should stay behind to hold the landing zone. Dragonmaw Clan, retake the docks and push them into the sea. In the name of Hellspring and... Поднимаемся после разрушителя. Да. На лестницу его. Да. Там бить.
Да. Гномы должны выжить. Значит, поэтому они двери открывают. Но Гномиха вроде не против. Подойди ты, блядь, к башне, ты стоишь, сука, и респавнишь их, ну стоп. Сначала кто плиту. Побежали. Руси, если что, не тпшься на вышку, я долечу. Понял. Товар, оставайся тут, Руслан, на первом. Там некий тоже готов, вроде как. Скажу, когда сбивать. В нее залазить надо, прежде чем выстрелить. Так, да, надо залазить, не нацелиться. Сбивайте. Первую группу синюю, вторую в зеленую. Сбивайте. Ты нацелься там. Вы понимаете, это задание дают как-то. Я помню. В одного танка. По минам сначала у нас будет вор прыгать,
вторые слова, третьи ДК. Комбат все? Что? Комбат все? Ну, подойдем сейчас сначала, вайпнемся с чего. Хорошо. Так, эта херня пробивает, ну... А сколько? 200, да? Мина? Ну да, там что, или лимон 200, или лимон 400 физ дэмэджа. Типа минус броня, минус шавери, тал, да стойка. Дождь не стесняется прям все вместе сдать. Да, я так... Не, ну первую под глухую, вторую, допустим, под все остальное. Третью я хрен. Нет, в смысле, там у тебя мины, все три мины надо закрыть, получается, за довольно короткий срок. То есть у тебя все сейвы будут на все три мины. А, в смысле, не одну мину. Одну партию. Я понял. Понял. Это хорошо. Заранее. Накинь на себя этот камень. Так, все тут. Еще нету. А что у нас 9? Комбат висит в киной гонке. Блять, нахуй ты так уклоняешься, ебаный рот. Блин, орло, орло множество. Блять, на Серегу побежал, на ебаный стыд, тупорылый скорпион. Клика. Это все прикольно, мы все еще не сдохли. Попытка номер два. Давайте. Не резать сейчас пока. Сейчас подъедем. Так, первая партия мин моя. Правильно? Угу. Твою мать, ну ёбаный рот, тупорылая хуйня. Кэшбэк, респавнится. Серега, ты гнешь шкаф. Сейчас нажми. А, стоп, не сейчас, Лера. Ну, поток именно, он все-таки закрывает, получается. Что еще раз? Кто, какие мины? Первые мины вар, вторые мины сова, третьи мины ДК. ДК не закрывает мины, его убивает на первой мине. Да, там минус ебалик может произойти, давай лучше локом туда. Ради, смотрел, насколько ты себе уверен. Короче, я тогда беру, пожалуй, глиф на камне. Нет, не эту камню. Ну, похуй, тогда просто возьму бабу. Просто сейчас поставлю. Нет, вот. Мы его акрили, чтобы комбат скинуть. Там после голокраса подумался на некоторых. Я думал, там люк такой вкусный. Такое столько рассчитано, что после мин довольно сильно мне ебальным будет отрывать. Типа элемовская для дэмэджа, а дэкашская для выживания. Думаю, что если тем, что ты решил не обузить. Блять, какой нахуй дэдэмент и танковский плащ? Или наоборот, или и то танковская. Ну типа танковская мета намного круче, чем танковский плащ.
Денис, ты вернешься? Да, я же написал его. Цес, нажмешь, пожалуйста, подряжку на третью пачку мин. Еще раз кого нажать? А, ну, Райлен Край, ну этот ободряющий крик. Ну, если раньше потрачу, то да, надо. Окей. Серега, возьми тоже, наверное, бабл и четвертый закроешь. Ну, не хватит его. Дайте параметры, пожалуйста. Весело. Ничего. Вот, камень покасаю. Кстати, дрейд просил на 6-й стак. Видите, если профукаю, лечу. Ну, если профукаешь, то будут похороны медведя. Танк стоит в красный примерно. Так хилить больше тебе будет. Агро в крови. Не знаю, я третий получается открыто. Да, убедите. Грустик проиграл. Иксы. Крик 10. Грустик тормоз. Я положу ее без мозга, не могу выхилить. Да я что-то стак поймал. Танк умирал. А? Танк умирал. А. Не, ну там стак на мне луч был и вообще пиздец. Еще и что-то. Блин, вроде типа 20 лимонов в теории ты можешь загрызть там под дотами. Даже тут 10. Фиги просто по кругу надо бить. Вот фаза, что ты прохилишься, понял? Чуть не хватило. Давай еще раз, сейчас у меня. Так у нас Друсти пиздец рожал, сколько... Типа со своими минами. Да, Никит, просто озноб не скалируется от твоей искуси. Ну, правда, доты у тебя действительно немного слабоваты получились. Ну, я хз, типа, это, по идее, под двумя проками было. Ну, под основными таким тринками, чё-то там, пластка. Пушка.
Ну, пушки не было, по-моему, типа. Не увидел ничего, да? Ради, на самом деле, за то время, сколько у тебя этот медведь существует, ты мог бы их уж мапу улучшать. Только сейчас обратил внимание, что теперь больше половины обняпнуто. А есть слот с исполином? Пока что нету. Минут через 40, походу, будет. Ну, а через 40, в смысле, шаманов, да? Вообще, в идеале, смокрок, хотя бы. Возьми самбуз ДК. Эти параметры. Там еще не все прибежали. Брустью возьми с меня симбиоз. Но тебе же надо нажимать урсок, а локовскую симбу и... А, с тебя, понял. Я просто думал, что он с кошью взял. То давай. Дайте могу либо. Давай, чё-то. Серёга, закроешь что этого? Танка. Да при чем? Ну, типа, Друсти с хуйни же чего нафигить. Ты вот тоже, по-моему, от лаза решил сдохнуть. Нет, он... Серега просто забил хер на то, чтобы оставить в мелизоне свой порт. Понимая, что он может взять. Пойдем в банк нормально убьем, мы пойдем дальше. Ну, если я пиздец, перефазы не получу.
Ладно, давай тогда чуть-чуть трой. Если двух локов просто программа не ставить на первые две, они там наверняка должны закрыть. Серега, ставь под миликом свой личный порт для мин. Спасибо. Дайте ремонт. Друсти, качай стремительный рывок. У тебя ж... Ты можешь, когда медведь закрывает, просто чаржиться к этим миним, чтобы закрывать. Подумайте немножко, что вы можете, блядь, себе сделать. Ну, ЦС, типа, два заряда, у тебя чаржить вообще идеально, это закрывать. Такой бэша поменял бы на рев дракона. Дрось, симбиоз, возьми у кого-то. РДД, не стоит, не стойте под боссом вообще. С первого мина, поданенного ради. Третья или? Ну, танк был сбит. Трикса. Который меня друстью. Жмись на фул, закрой. А хп еще пик. Идет. Залей ману. Терапу закрываю. Эртрикса. Ради очень сильно не уважают кнопку растерзать.
Да причем, блять, ради, ну, вот их херня, кроме доты, дамажишь инстант, когда ты вешаешь. И в инстанте она дамажит больше, чем увечья на максимальной винге. Хуй знает. Ну ты сам же видишь, что ну, 330 это не ДПС на двери. Мне когда стяжку помогают и это и солер ставь сразу. Ой, блин, нахер вы лутаете, вот серьезно. Ну что, блин, этих кристаллов что ли не хватает? Видите? Чем боссами сидишь мы отдельно? Мы вместе сможем их залить? Я думаю. Не знаю.
Давай попробуем один разок. Не развалить. Отогреть. Поздно, Райд. Сейчас куда-то мы закроем, чтобы глаза светятся как раз. Дайте ребят параметры. Это, наверное, все еще кдшится. Они немного подождать больше. Что там по плану? Такая к воротам? Вместе будем держать. Ну, то есть, и то, и то. И, в общем, в основном у тебя АЦС получится, что ты будешь играть все время через бабу. Рады, вспомнил по ходу движения. Будь забивать. Ну, вроде готов. Давай учет. А этот Друси там вернулся, нет? Вроде был. Да я что-то...
какой-то полный. Это быстро. Белые шмотки и кусок говна. Да, такие-то совсем уебанские получились. Суп. Попробуем тоже одного танка Малкорока. Пойдем Малкорока или там на грима. Денис, придется лучше Данечек. Я сейчас немножко удивился. Думаешь, что ну так, сука. Ради понти пизда. Закиньте ему бар. Сейчас подождите, подойдем к магам, поставлю шкаф с манем. Че он не встает? Если он встает, он тело покинул. Вот так у хомяк. Ник, стянешь? И солар поставьте. В смысле, на мультистрайк некет или на количество именно проков? Нет, нет, нет. Молния. Молния, это там шамановский. Так там свои рофлы, там, по-моему, тотем триггерится от клинков. Если ты сдаешь одновременно клинки череду, там так и получается почему-то. Я хз, типа я, по-моему, не раз таких цифр тотем вообще не видел на роге. Ну я же говорю, что типа ты можешь сдать все вместе, получить довольно неплохой бурст. Но потом в туннеле ты проседаешь до второй череды. Очень сильно, потому что тебе нечем догнать, допустим, КП до красной фазы. Ну, правда, у него там еще забавный процент крита, но там тотем получился. Неудачник на роге. Шамановском. Пары в боре. А этот раж далеко бежать будет, нет? Да, он в эту зону от агро. Это просто, блядь, друсти в прикол стоять там. Ну отойдите от ворот нахуй, стоите, чтобы он не отагривался. Блядь, пиздец, забавная ваха. Видите, что он не хочет отагриваться за то, что встали впритык, и все равно стоите. Реснер же сбегаешь. Ну, СС у меня в КБ. Раз что, ножку попробовать.
Посек. Кому бота поставил, кому надо. Серег, закинешь СС по модели некогда. СС. Даю. Моба бьем, нет? Бьем. Босс будет под моба. Только на экзекуте стоишь и фокусишь босса при тете. Параметры бафнился? Да, с огненным элементарем вы уже немножко достали, что он бегает каждый раз. По боссу играете? А, точку положили. И такса. Некогда. Ну, в принципе, неплохо получилось. Нормальный шираджи поймал. Кстати, я что-то только потом подумал, когда уже идет там еще 3-2-1, что танчит ради, а я бабл не вкачал. Была у них нехорошая мысль. Там у меня вечная история, что если танчит ради, босс прыгает в бурсте и дает казнь по мне. Я правда один тик щита проебал. Орех не сразу скушал.
Блять, нужен тролевский бонус за альянс. Лер, ты там с этими с девелоперами не хочешь договориться за бонус? Ты представляешь, сколько он стоит будет? Ага, то еще сделайте, чтобы можно было кофе. Типа, как сказать, профл. Ну, как объяснить? Типа, ПВПшные же этот кросс они сделали. Пусть ебашат ПВЕшников. Русь еще, чтобы 6 профессий можно было вкачивать. Не, профессия нахуй. Ну, типа, не меня интересует. А вот 40% хосты под всем множителем от троллерских меня очень интересует. Там не 40%. Там, если перемножается на геру, черную душу и всю вот эту нечисть, не учитывая твой просто показатель хосты, то 42. Ну, плюс стандартный показатель еще сверху. Так это надо. Здрасте. А куда ты вообще намылилась, тостер? Ну, я. А фейс-контроль по возрасту, не? Или вас уже пускают? Я понял. Нафиг ты прям. Куда бы первый заходил бы? Я же все не нажал. Триксы. Доктор. Красный. Желтую сводим. И британку быстрее. Быстрее бы. Как ты вообще на Федичу там умудрился? Сейчас мы сдам. Блять, такие цифры обосрал ради. Блин, ну как
плохую тебе сделали. Пошел он нахуй, я там три шараджа поймал тайминговых. Охуела твоя голова три шараджа, блядь, ты там чё, отрабатываешь? За проки. Прицеплюсь к гостю с тобой. Давай. Ради там на 90 лимонов держалась лям с мелочью. Сука. Нахуй ты нафидел, собака. Еще за медведя дал 320, фу нахуй. Мне, кстати, нравится, когда мало пернатых в рейде. Получается сделать 2-3 соус-свапа в каплю. Сам понимаешь, что такое 2-3 соус-свапа в каплю ради. Это реально очень крутой бонус. Никит, твои две дальние, справа которые, между двумя большими, довольно с ДК откроет. Руслан, ты как спрыгнешь одну, откроешь среднюю. Денис, так, тебя нету пока что. Прист, твои две средние, которые снизу стоят под нами. Ой, одна средняя. Ну и танк, соответственно, большую. Все, я слышу. Лапку бахнули? Да? Столик поставил. Поешьте и начнем. Никита, твои две дальние справа. Средние. Даю отчет. Большому сбежились все. Подожди, первый удар. А все, иди к нам. До большому все сбежались. Открывай все. Все мелкие. Лер, как, блять? Просто рахит на розе. Кто взял этого вагона?
Короче, у меня хулы. На хбшку. Денис, разбегай по хилеру будет. Руслан пошел в эфир. Я гиты пошел ставить. Ну, я про это и говорил. Так, ты куда побежал? Она у тебя за спиной бегает. Держи, кормежка. Ну, тебя заодно уже. Чё, как то какие откроют? Давай ты справа, которую в одну среднюю. Угу. Дальше справа у нас откроют ДК, которая вдалеке. Вот самые дальние две. Ну, Никита. Слева у нас откроют Руслан. Ну, танк сначала среднюю, потом большую. Либо приступ, может, средняя, слева которая. Да, Никита, тебе дальние две, которые в самом конце стоят. На 5 секунде тыкну. Лев. Рык. В лужу зайди. Дик мелкий.
тебя не слышно. Спасибо, Юрий. Пока-пока. Пока-пока. Блять, можно этот набор только Warforged? Кто нам нужен? Нам нужен робот, который на конвейер будет ходить. Или вора найти. Кого лучше? В принципе, что то, что устраивает. Ну, в идеале мы вообще можем себе позволить против соло-танка. Да, одного. Ну, реально не так много ДПС нужно для соло-танка. Всем привет. Привет, ребят. Только в хрен пойдешь? Не, с них один такой, не хочу, я устал. Приехал. Ребят, вопрос, у кого же это? У нас из тех, кто в принципе, кому он в теории идет, только маг. За маг ролил, не ролил. Что, какую шмотку? Жезл. Жезл я отказался. У нас просто танк ролит все подряд, а когда ему пишешь, пожалуйста, мините то, что тебе не нужно, он нафиг только похуже. Бади, если честно, ты реально заебал. Ну что, тебе мало скажешь? Да при чем тут это? Я не нидю вообще с боссов, я попросил с боссов нидить. То есть просто я тапки нидил и... Я не это, типа, не откажусь. Тебе уже сказали еще в самом начале. Такое ощущение, что ты такой прям ненасытный, и с этой сраной шмотки на распыле прям пиздец как заработал. Микрофон фикси. С каким элементом на каждом боссе я заебал? Ты что, уебался что ли? Я его кидаю на ноль, блядь. Какого босса он пулил? Что ты хуйню мне рассказываешь? Я его кидаю на ноль, блядь. Еще раз тебе говорю. Блядь, у меня вообще каменного нету, что ты, блядь, за претензии. Каменного я не кидаю, а огненного я кидаю на ноль. Хуй его знает, что там придумал. Серега, посмотри, может у тебя внутри через альт, может все-таки ты поймал. Я дал ему ванду уже, чего вы развели срач? Не, ну в смысле срач, просто интересно, где... Я говорю, что... Я мискликнул на ванде, типа. Он, блядь, с первого босса падает шмотка, кольчуга, хуюга, он все подряд ролит. Заебалось ему писать, нахуй он вообще ее тыкает. Нажимай, не откажу. Я Мигера знает, кто вора? Нет. Ты что, разбогатеешься? Ну сходи на трэш один раз, блядь, поспами эту хуйню, блядь, пособирай, не знаю. Ты сейчас прямо золотился, что ли, или что? Тебе денег дать? Ты нищий, что ли? Нахуй тебе этот шмот на распыл? Ты просто, мы, у нас вторые спейки, можно вариант, как бы падает шмотка, блядь.
Ты их берешь, блядь, и ее ролишь. Потом нахуй мне тебе писать, отдай мне вещь, которая, блядь, тебе не нужна. Чё за дичь, блядь? Да нахуй мне тебе вообще писать, блядь? Это не твоя вещь, зачем ты ее ролишь, блядь? Ну нахуй тебе кольчуга, блядь. Упал шлем, блядь, герзакал кольчужный. Ты ее хуяк, ее выролил. И Никита еще вначале. Никита перестал, ты, блядь, до конца это сидишь, хуйней страдаешь. Зачем? Да она и тебе нахуй не нужна, блядь. Чё ты нахуй? Ну хорошо, ты распылишь, получишь, блядь, дух войны. И что ты с ним будешь делать? Продашь за 1к, ты ебать как обогатишься или что, я не пойму. Нахуй он тебе нужен, блядь. Да нахуй мне сидеть вообще помнить про вещь, которая, блядь, должна быть в луте, я не пойму. Блять, ну если она тебе не нужна, зачем ты ее ролишь? Твой распыл я нахую вертел, я тебе еще раз говорю. Ты не золотишься на этом. Че ты, блядь, то, что ты 10 этих духов войны зафармишь за весь рейд, тебе 10к дать за рейд, чтобы ты мозги не ебал, я не пойму, или че? Блять, ну 80 ты с трэша поднимаешь, там, на трэше пизда его, этого шмота. Нахуй ты с босса этот шмот лутаешь, блять. Я вообще не понимаю, че за дичь? Такой, блядь, бедный, я ебу. Я бы на тебя бы смотрел, я шел, блядь, и тупо твою шмотку выроливал бы, а потом ты мне должен писать, чтобы я тебе эту шмотку отдал. А может забуду, а может нет. Что за хуй? Второй штандарт, который вновь прибывший. Денис, ты где? Депо, ты где? Никит. Да его что-то. Я типа подстава, ладно. О, да, да.
немножко помню, важно. Мы ж плаваться в Хейме будем? С чего этот вопрос? Просто меня доплутал либо на пас, либо на так. Да, это не пас. Надо кому? Нифига себе, и два лора, и ДК. Потом подойдешь, отдам. Нет, кому надо тоже пройти. Вара, это, ты это Вара купил или что? Просто что-то попытался найти удар героя у тебя. У меня не очень получилось. Самый шутный. Вара, ты это Вара купил или что? Ну. Просто пытаюсь найти у тебя в рекаунте удар героя, что-то у меня хуёво получается. Бой висит, Ники. Я не вижу, где. Интересно. Вообще, на самом деле, давайте на КЛТС закинем, все дружно сдохнем, чтобы комбат скинуть. Как вам план? Просто тогда сдохнете, Богдан, рейс. Там я не помню, с Масареса, когда рейса шедет, припоты, да, багаются? Через раз. У кого-то комбат остался, нет? Да, у меня. На них пофиг. Не, ну, то, что на тебе пофиг, это, конечно, весело, но надо всем скинуть, голфидить. Спрыгай. Ну, в принципе, с рейда его надо снять, чтобы потом, когда мы будем бафать или хилить друг друга, чтобы он обратно не сбагался. Вставай, там СС. За это, может, у варов и ДК точно нет в комбат?
Богдан, прыгни вниз. Так если комбата нет, все равно прыгать? Нет, только тех, у кого он есть. Ну, у меня нет. Хорошо. Че, Костя, спрячешься в Элема? Нет, в Элема. Понял. Насчет кольца я еще думаю, отдавать тебе или нет. Покажи ДПС на этом боссе. Тогда пусть Друзья спрякается в танка и пойдем по-нормальному. Да, по-нормальному. Не, никак не убьем. С холиком нет. У нас впритык было с этим. С Элемом. Параметры дайте. Я думаю, кого на конвейер разогнать. Ну, первый я уйму. Второй пусть два вара идут, и я осичество на конвейер еще. Ты хочешь два танка или пытаться что-то по-нормальному так? Ну, два. Че? Еще раз скажите, кто ты один. Два танка. А, слышу. Мины кто-то доебашиться будет. Блин, маг поставит кольцо, а уешьте, я буду дотачь. ЦС, смотри, включи у меня отображение, то есть возьми меня в фокус, Африка, и когда увидишь, что у меня гиты по времени остаются там секунд 10 дебаф, можешь уже идти. Я, короче, про ночь, когда стоит идти уже. Ящиков надо давать 8. Друзья, немножко не там стоишь на первую пилу. По полоске ориентируйся. Доты от гриба же сразу кидаются? Раз в 3 секунды. Ну, могут сразу, могут не сразу. Я, короче, попробую закинуть его на конвейер. Мины кидаю просто, не, а не в конвейер. Сначала корни танк, который стоит на крошере. Денис, потом твои, твой там потом. Ну, кольцо не взял. Ты его проебался. Конвейер. Мина. Второй бар тоже на конвейер идет. Оно.
отагриваем. Мы не сможем добить, отагриваем. Варки сказали, что идешь на второй конвейер. В два раза идете и бьете. Этот лазер. Сейчас. Я заплади. Не, ну вы должны там два вары под дотами Африка убить. Так что он у тебя столько КД. Кто? КД тринки и все остальное. А, вот это за мной. А, ну, типа полторы минуты. Блин, ну Богдан, ну они выходят, ты просто кольцо туда кинул, это лишний фриз, они просто замедляют. Ну хорошо. Лучше поставь камни. Сорок секунд, когда продажа мета не откатилась, так что, наверное, еще немножко придется. Ну, в принципе, рейдер. Лапу, лапу. Дай лапу. Дин, стыкай-то там, когда до босс подойдет. Слушай, подожди, пожалуйста. Что, чё? Палку втыкай, так я и втыкаю, когда подходит. Нины. Хорош. Это полный вихрь стоит. Да не вихрь, там мина в чайке подлежал. Ну ты пашнулась или просто забежал? Просто забежал. Ты уже подумал за это, заморозки. Ты не заморозки, вихрей точно ни у кого нету? Нету вихрей, просто не задамажили. Ну просто чеку дэмэдж поминали, вообще хуета какая-то. Ну типа... момент, когда мины только выходят, поставьте вот туда, блядь, в зеленую метку и тотем этот, и кольцо маговское, и они заебутся оттуда выходить. Я сам поставлю туда первый.
Слышь, Некет, можешь включать вечную мерзлоту и закинуть в мини туда гриб? Эти параметры. Вроде откатилось, правда мета обманчивая довольно. Стой, именно так, когда еще окажется на гриб. Окей. Да я чё тут? Давай. Там МБ пласты сначала ебать. Ты про какой-то трэш уже там. Вы на ком уже? На платформе. Понял. Я не понимаю, Воронос ушел, не ушел. Нет, он стоит и пиздит. Ему несколько раз повторишь, ему похуй. Он вообще в Дискорде. Где Генки? Я один не добил это. Я один добил. Дикей на конвейере вообще не дамажит? Это такое очень мало. Извините. Этапный лазер получается, так что просто, или подожди, а нет, обычный лазер, уйдите.
Отведи, отведи в сторону, влево. Не туда ведешь. Под стенку веди. Куда ты в центр ведешь? Аут. Я тебе метку поставил, куда вести. Блять, Вар, ты в принципе не одупляешь, что туда надо делать, или ты прикидываешься? От кого ты нахуй лазера вел, если лазер был, блять, не на тебе, а на ДК? Или ты так за компашку решил с ней пробежаться? Вар, ты прыгаешь, когда у нас второй конвейер идет. Потом спрыгиваешь и третий. Уже жми, плач, плач. Значит, читая, говорят про то, что ты идешь на второй конвейер, и ты все равно стоишь и пиздишь босса каждый раз. Видишь, что второй вар, который Цезарь ушел на конверт, ты идешь с ним сразу же. Не знаю, трусняк на меня повесит. Когда он, я думаю, заметит. Хуй знает. Следи за звездочкой. Она на гамбиру уходит, так и ты уходишь. Спасибо. Богдан, ты когда этот ледяное кольцо бросишь туда, не этот, не бей, сначала не бейте, Костя тоже не бей. Пусть они все три вылезут, и потом корнями за корню им по очереди. Сначала Костя, потом мы их соуешим очень, ну сразу все три больших и мелких. Вот только у нас кроме тебя никто не уешит их. Ну, шепет, ну так, отвратительно. Ну, все равно легче вбить, блядь, сразу в 5 целей, чем тут. Не, ну мне надо долго разгоняться, так что для меня это не выход. Ну, ну ладно. В основном мой урон идет. Ну ладно, хорошо. Я вообще могу прыгнуть в дестрика, типа, попиздить мины, конвейер в основном, но по боссу от меня очень мало, мало дэмэджа будет. Спекаться, не спекаться. Ну, если конвейер будет убиваться, и эти, как его крошеры будут заливаться, они будут заливаться и мины, то я думаю, наверное, так будет более профитнее, чем такое. Потому что конвейер он не убьет. Ну, мы, блядь, взяли человека, он 100% не знает, как это делать, и вы что-то вдруг решили, что он будет конвейер все заливать. Костя. Давай что-то. Какой-то быстрый отчет сильно в этот раз.
крыльцо. Бар, пошли. Бьем лазер. Вроде убил. Кристоф, лестните. На третий конверт тоже идем? Да. Дайте мне Геру. Прыгну туда, помогу. Вам вообще, блять, неинтересно рутать или станете? Ёбаный рот. Я в ахуе. Вообще не интересует никого законтролить мины со второй пачки. Подожди, в обычке, если бить, то теперь багается, а клакси не открывается. Давай по посту. Добежим, должны здесь. Погнали. Поставишь, короче, сразу руты, чтобы мины собрались. Потому же маг поставит кольцо льда. До этого не бейте. За уешу. Метку поставит, Руслан, откуда они именно выходят. Он не туда кольцо кидает. Зеленое. Вот для аутов я поставил и сказал, что это метка зеленая, с которой идут мины. Туда ставится кольцо и тотем. Синяя это для танка, откуда крошер влазит. Именно точь в точь, идеально метка стоит. Богдан, ты понял? Богдан. Еще раз. Ну, между зеленой и синей ставлю. Зеленую. Центр. Зеленый. Да, ок. Зеленый. Может, где-то... Чё? Распространён. Педальтонит. Давай, зелёный, для него нет. Доставит кольцо. Дайте ребят. Добавим чё-то. Можете поесть пока. Спирами. Ну, в смысле, не один макрос на отчёт, который его перебивали. И после этого пула она не перебивал. Первый конверт, да? Я убил.
мига подходи. Все, статус руты уже. Пар пошли. А пусть он бьет. С тобой. Прыжками перемещайся. Денис, сам стоишь? Да, ну ладно. Две дуры влетело, ебану. Не могу, я к тебе прям лежу. Ах. Вставай, я тебя сразу прохилю. Все, встаю. Раз, два, три. Охуенно. Сейчас там мина танка зашла пизданула. Я пошел на три. Да ты там уже один не убьешь. Ну, на четвертый надо идти тоже. Там он пизда уже. Физически сейчас можно убить. О, Смур стоит уже хуй знает сколько, блять. И вообще всем похуй. Стенки прижимай. Жми глубо, умрёшь. Я запрыгнул. Я тоже. Ладно, пойдем танка искать. Зачем танка искать? А, ну давай тогда перерыв. Отдыхаем 10 минут. Можешь, блядь, ДДшника поискать. Я в ахуе с этого вара. Я могу спрыгнуть по танк. Я могу за вара зайти помочь за, ну, такой вар 575, ну, 350, я думаю, им ебану. Если нужно. Ходи, у нас вар как-то очень слабенько играет. Я там сильно ДПС не обещаю, он слабенький вар. Так, ладно, если мы вара меняем или оставляем, у нас получается кто? Цезарион, да, на конвейере, и Руслан, правильно? Угу. Ну, гол, ебанем перекур на 10 минут, там получится. Да мина в танке забежала. Тебя и пизданула. Одну покоцал, одну забил, а третья она в него прям сразу побежала. То есть либо эти две было ебашить, либо эти. На той бейсе она. Костя, ты или менталя кидаешь или нет? Да. А что на меня пиздит? Я не понял тебя. Я говорю, а что на меня пиздят? Так я его всегда кидаю, Денис, это моя ротация. Ну так я его тоже всегда кидаю, а что на меня пиздеть-то начал? Ты его когда кидаешь?
Денис, он ничего не делает в игре. Кроме того, как меня усиливает. Кость, тайну открыть. Он тебе не усиливает, потому что у тебя нету, блядь, таланта, который усиливает. Обычно он тебе не будет усиливать. Ёбаный в рот. Всё. Я даже не помню, когда этот талант сменил. Ну, бывает, ладно. Идите, что... Как история с кольцом закончилась? Ворона вышла. Понял. Так что, мы Серёжу берём, нет? Добираем. Пока. Сколько крыт? Что? Ходи. Серёжа, ходи. Так, ладно, что, перерывчик, да, 5 минут? Да? Не, не надо. Что? Это у меня дорожка, да. Сейчас зайду. Ладно, я тогда отойду, если что, я всех слышу. Сейчас плюсану урол. Плюсану. Но это вар слабенький, сильно за него отдавать уже не. Ну, с нами вар был, он около 300к давал. Если ты будешь давать столько же, я думаю, это равносильно. Ну, я думаю, что чуть больше может дам. На у вас есть слот свободный? Пока что нету. Я просто видел, что у тебя таланта нет. Я думал, ты специально меняешь там где-то, где нужно усиление, а где не нужно, что типа элементаль пить. Типа ДПСишь? Да не, я зачем-то поменял, забыл. У кого есть пару фолиантов, дайте, пожалуйста. Можешь пока сюдать купить. Я только прибежал, Леня. Можешь из ГБ взять. Я в не на вас. Вот.
сейчас я дам скидку. Да, я понял. Постараться главное там не сдохнуть. Фомобот стоит после ГБ. Кому надо, починить. И фолианты можно купить, они нужны. Да. Может, у управления нечестного? Да вон, написал, что тут. Блин, оперативный магазин сходи. Это Серега. Да, вот только это чудовище кольцо с собой унесло. Столько имеете в виду кольца? Да. Не, я так отчасти помню этого вора. То дамажит, то не дамажится. Сегодня какой-то вообще не такой. Серега. Ты какому Сереге говоришь? Который на ШП сейчас сидит. Единственный авкашущий. Нате сломину. Вы же в 3 РДДшника вторую пачку мину ебете, которая маленькая. Это на наборе. Три штучки, конечно. Ты хочешь сам на конвейер походить? Первый конвейер я уебу, на второй Цезарь подойдет. Там уебу буры снизу тоже. Что с третьим? С третьим? Я, короче, проношу. Я увижу, что у меня будет по прокам. Если увижу, что будут кадешки, то я сам уебу. Если вижу, что нет, то пробежь. Кажется, когда мне надо будет туда идти. Ну я запрыгну на третий, а там разберем. Говорю, просто озвучите, я спрыгну. Не, ради, не лови себе. Каменюшки. Че нахуй, держи. Готово. 10 секунд мне дать. Да, давай.
поскольку... Отведи крошу флакон. Конечно, не бейте, пусть он застакивается. Чего начинать? Пошел на второй. Забудь озвучить, когда мне туда надо. Я убил. Убил. Смотрите, сейчас мимо мелкие пойдут, идем. Этот дай по минам, я на буры сяду. Там три минки всего будет, смотрите, просто они сейчас пустятся, сейчас настакаются все. Все, 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 пошли последние. Так, я на конвейер запрыгнул. Да, да, да. Появись. Что это твою мать? Есть на него? Постарайся спрыгнуть, не умереть. Я не смогу, я же ССую его в этот в луч. Уводи по стенку. Ты эта хрень проехал в луч, я чажу. Мин остановился прямо в луч. Не-не-не, не мины, не мины. Стенки тут. Бур задержите? Летишь, вот прыгай на конвейер. Отведи от пола. Вернул. Фигмал. Что нормально получилось? Что нормально? Больше того ворону. Летай, да, летай. Надо. Скорее бежать. Интересно. Сука, до плута, смотри, чего пала за хуйня, блядь. Я просто охуею. Который нахуй не надо. Ух ты, женщина, мне плечи упали. Пятки кому нужны? Короче, я на горош этим, то есть до горош этим варом, на горош своим зайду. Сейчас концесс гитам прыгну. Так, а Никита, отдай Цезариону, если ему надо на самом деле, и на этот токен ролим на основной спек. ГЦ. Еще залагал так сильно, я думал, все сдохло. Сережа куда делся? Вышел или на другого? Совсем на другого. Потаскал всех персов, блядь, сегодня. Так, на плаксяк я групповую поставлю сразу. После как плаксию репати сделаем. Сейчас, сука, пидорас хуйню сделали, что мы сейчас, если в обычку идешь, нельзя убить его. Открыта дверь, да? Да. Я подозреваю, что это или случайно зацепили, или у нас вывалился, короче, с крошера этот сам чиноплав с гоблин. Думаю, что да, слышишь, у тебя остался этот ДПС по минам? С исполином? С по минам.
Не знаю, но у меня сейчас скада выключена. Я просто хочу посмотреть, насколько ты их сожрал. Бля, я что-то мне пиздец лагает. И, блядь, после этих ворот закрытых, ты боишься, что жрёл обычно. Не, вороты знаешь из-за чего закрыты? Мы убили вчера пласа в обычке. То есть, если сейчас с обычки на ХМ-ку переставляешь, клакси нельзя, ну так не работает больше, не будет. О, Серёжа, кстати, словишь себя на какого-нибудь персонажа? У тебя есть никого? Да я уже на своем варе Гороша поймал, то есть я сейчас на вар сойду. А еще может на кого-то? Или может кто-то другой словит, а потом соберёшь? То есть, если ты еще пласа в обычке заливаешь ХМ-клакси, то есть ворота будут закрыты либо в ХМ-е идти, либо в обычке. Нельзя. Он имеет в виду, что это сейчас жизнь. Нет, ну в смысле, ты же хотел квартик сегодня собрать, а если каким-то персонажем, например, не ты, а кто-то другой словит КД нормально, не забаганно. Я не знаю, я уже себе собрать... навара горошек поймал. Он может у Дениса ж много персонажей. Я его не понял. Или он крабика попросить? Ну, а я пойду сейчас сам спрошу, может мне захотят словить когда чисто. Я не пойму, что тебе надо, что ты суету наводишь? Богдан, что тебе надо? Спасибо. Где он находился? Некет. Некет лох. Это... Пустите крабик словит КД, у меня как раз персонаж есть. Ну и уйдет. Зачем? Я не понял. Что такое? Ну типа теперь, если сложности менять, то нельзя убить плавса, а потом пойти к Алексей ХМ. Ты хочешь сделать резерв, если мы в понедельник? Да мы в понедельник не дойдем до сюда, ты чего не? Денис, не каркай. Да, плюс, ну и не только из-за этого, еще ж у вас, я так понял, вчера было ро на клаксях. И как минимум вот сегодня крабик хотел собирать, кто там, а не было. В общем, еще раз наши хотели собрать, но типа не получилось, потому что добавили. Ну хорошо, ну блин, но они уже все в рейде. Ну типа, я, например, могу выйти без проблем. Я просто зайду и выйду. Короче, хватит спамить всю полкуню. Сейчас, когда сделаю это, камнем прожмись, Богдан. Мы сейчас пойдем оп. Некит уже зашел, блядь. Логин на ДКшке, значит, на ДКшке висит КД с Коксей. Ну, чего муть? Или тем более, там, он на Никите есть. Значит. Ну будет вот. Еще ну, так, я просто потом отдельно свою пати соберу. Ну, например, тоже персонаж. Я вон халкат. В общем, я этот камень ложечения кастую. Извините. Ну, он чисто зайдет, выйдет, потом мы соберемся. Еще раз мир. Скажи, как выйдешь? Скажи, прошу, все равно ты не тебя дышишь. Не-не-не, да. Все. Да я поймал уже. Все. Камень только покинь. Да я вышел и это камень. Все, спасибо. Давай, пускай. Думаю, на грош мы зайдем, но думаю, что трая 4-5. Я просто немножко тороплюсь.
Так что что там будет хуйня? Серёг, ты на горошину на Дестрик останешься? Я на гроша за основного разведу. Спасибо за камни. Чиниться. Чиниться надо кому-то? Нет. В смысле, некит вообще? Некит, насколько скоро? Давай сделаем хотя бы трая 2. Ну, потому что мне тоже надо будет уйти. Блять. Не знаю, добирать еще одного. По-моему, проще потом во вторник просто ебаной заход. Хорошо, 3-4 сделать. Серега, ты во вторник на вечер попадаешь? Короче, на вторник поставлю туда заход по горошам. Горош 2-3 хотя бы, чтобы уебать. Потому что вижу, что все расходится, все. Кость 2 отчет. И ради ебани баф. Ничего.
Добиваем босса. Брейкник, ты считаешь, сколько еще дальше за борьбу? Есть подозрение, что дохуя. Ладно, это все.
насквозь ебанешь потом объявление у ваших про Грошин на вторник, потому что кто-то нормальный. Опять танк забрал шмотку нужную, причем на мейн. Давай сейчас потому что хуя же вчера ходил. Никит свалит. Ну, у меня времени получается. Да, я здорово. Да. За прикол прикинь. Такой хуйню. Да, я здорово. Штаны тоже танк. А, ну да. Ты же спрашиваешь. Я хуй знает, если у вас найдется какой-то один нормальный милик, желательно, или рога, или... Милик, я могу вара позвать. Вам паладин дает? Вар есть, то есть у меня пиздатый вар со мной, то есть я за вара пиздатого пойду, еще со мной вар один есть. За ритон? Да. Я просто хотел гараж собрать, народу не было. Кастуйте камни, короче, там, обновим. Камни. Пересобирай. А не надо присобирать, просто релку скинешь. Можно так.